Как оперативно получать информацию о задолженностях, оплатить долги, не выходя из дома? И что нужно сделать, чтобы перевод денег был безопасным? Ответы можно получить 27 апреля в МФЦ и центрах занятости региона. В рамках акции «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах» специалисты будут консультировать людей по вопросам исполнительного производства и информационной безопасности. Гражданам можно будет узнать, как воспользоваться своим правом по сохранению денежных средств в размере прожиточного минимума на счете в случае, если образовалась задолженность. Также мы разъясним, как можно, не выходя из дома и офиса, оплатить задолженность, узнать о задолженности. Научим, как пользоваться электронными сервисами ФССП России. Акция проходит более 10 лет. Раньше рассказывали преимущественно о погашении задолженностей. В этом году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов решили сделать акцент на разъяснении законодательства в сфере исполнительного производства. Информация полезна в том числе и для тех, у кого пока нет долгов. Мобильные группы судебных приставов будут работать в 18 районах и городских округах области с 10 до 13.